В Анапе завершили расследование уголовного дела в отношении приезжего, который совершил преступление против половой неприкосновенности 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю. В августе 2022 года в дневное время 33-летний турист находился во дворе одного из многоквартирных домов на Анапском шоссе. Там он встретил 11-летнюю девочку, которую под выдуманным предлогом завел в цокольное помещение дома и совершил иные действия сексуального характера. После этого мужчина сбежал. Девочка пришла домой и рассказала о происшедшем маме. Преступник пытался уехать из города, но полицейские оперативно установили его местонахождение и задержали. На период следствия его заключили под стражу, которая продолжает действовать до сих пор. В отношении него возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь его вместе с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.